Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас чисто сигнал для вас. Хочу вам сообщить, что прием заявок закончился у меня на сегодняшний день. То, что я сейчас начинаю снимать видео, у меня по заявкам осталось еще более 200 сигн. Естественно, которые я принимала заявки, я их все сделаю, все выполню, только смиренно ждите, пожалуйста, и не пишите мне по нескольку раз, потому что людей много, понимаете, да, а я делаю всего лишь по 10-15 сигн в одно видео. И информация такая, после 20 числа сигны будут платными. Если кто-то хочет получить от меня специальный привет, то пишите мне заявку, и я вам вышлю подробную информацию, как получить от меня сигны. Так что радуйтесь, кому я уже ответила, что вы в списке, так как я с самого начала предупреждала, что эта акция будет недолгой. Очень трудоемкая работа, и я сейчас очень много сил выкладываю на то, чтобы снимать для вас отдельные видео и передавать приветы. А теперь поехали, приветы! Привет для Гали! Привет для Лизы. Привет для Азалии. Привет для Анастасии. А сейчас будут три однофамильца. Волкова Диана. Волкова Юля. И Волкова Настя. Привет для Яны. Привет для Светика. Привет для Даниловой Дарьи. Привет для Ангелины. Привет для Даши. Привет для Жемчуговой Милы. Привет для Камилы. Привет для Ивановой Лизы. Привет для Климовой Вероники. Привет для Даши. Привет для Анны. Привет для Мельник Наташи. И последний привет на сегодня – Алите. Итак, мои хорошие, кто получил свои сигны и приветы, делайте скриншоты, делитесь со своими друзьями, оставляйте под фотографиями ссылочку на мой канал. Также вы можете мне под видео прислать ссылочку, я поставлю лайк на вашей страничке под вашим скриншотом с удовольствием. Также напоминаю, что до 20 числа все приветы, которые были приняты, они будут исполнены. Все после 20 числа уже сигны будут платные, вы пишите, и я вам скину всю подробную информацию об этом, как получить сигны. Итак, поздравляю всех, кто получил свои приветы. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!